Наступила осень, а значит, самое время платить налоги. Автомобилисты уже получили извещение от ФНС. До 1 декабря начисления следует погасить. Однако не всем. В регионе действуют льготы. Право на послабление имеет один из родителей, опекунов или попечителей ребенка-инвалида. Указанные лица освобождаются от уплаты транспортного налога на одно транспортное средство за налоговый период, мощность двигателя которого не превышает 200 лошадиных сил. Не платить налоги на транспорт могут и мобилизованные, а также контрактники. Льгота распространяется на одно транспортное средство, мощность двигателя которого не превышает 150 лошадиных сил. Обычно уведомления из налоговой приходят по почте, но оплатить квитанцию можно и онлайн, через портал госуслуг. Для этого достаточно подключить подписку, чтобы узнавать о начислениях заранее, а уточнить объекты налогообложения, их характеристики и период владения поможет личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС. Олеся Лукина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».